слушает, мягкую передачу делает. Виталий Хмельницкий. Нет, это Кахиасатиани. Кахиасатиани с мячом здорово обыграл защитника и левой ногой в дальний угол. Это был второй гол нашей сборной. И вот, честно сказать, наслаждаемся этим моментом. Вся наша скамейка запасных в этот момент вскочила и начала аплодировать мастерству Кахиасатиани. Большой мастер. Очень красиво забил гол. Вот и ребята его на поле поздравляют. От наших игроков. А до этого в остальных играх, то если за исключением сборной Сальвадора, когда в первом тайме тоже вязко так играл. Опасно, так удар, и здесь здорово, прямо да, вратаря, кто это был? Асатиани. So the Russians get another go. Will they vary it this time? And it's Hutsalava instead. And that was a tremendous shot again. The